Всем привет, с вами Сергей Чураков, и я вам хочу показать в этом видео, как решить ошибку с плагином по Инстаграму. То есть я показываю сейчас сайт моего клиента. Я когда-то делал этот сайт, и вот здесь слева внизу сейчас есть такая ошибка. Здесь, в общем, стоял плагин, который показывал картинки из Инстаграма. Брал. То есть вот у нас есть такой Инстаграм клиента, и все вот эти картиночки, они, в общем, отсюда брались и показывались на сайте вот в этом месте. Сейчас с 1 июня Инстаграм изменил немножко API, и здесь, в общем, идет ошибка, потому что так называемый токен нужно взять, то есть уже по-другому. Итак, что же надо сделать? Что за виджет, да? То есть я брал вот этот бесплатный Instagram виджет для сайта. Здесь можно прочитать инструкцию и сделать. Значит, что делаем? Что делаем? Идем в Instagram, в самый низ, вот здесь написано API. Кликаем сюда. И вам нужно нажать вот эту кнопочку. Кликаем сюда. Здесь у меня уже есть созданное приложение. У вас, если еще нет приложения, вы нажимаете «Создать приложение», то есть «Регистрация нового клиента». Кликайте сюда и вводите название приложения, описание приложения, название компании, ваш URL, URL вашего сайта, повторяете URL сайта. Дальше вы здесь тоже повторяете URL, и здесь контактный e-mail. И вводите вот эту капчу. Кроме этого, вам нужно будет в разделе Security вот эту галочку убрать. И все. Я повторно регистрировать это не буду. Значит, смотрите. То есть, вот одно и то же, да? То есть, application name, имя я ввел. Дальше описание я ввел, веб-сайт я ввел, ну, компания, имя можно не вводить, в принципе, вот это тоже можно не вводить, и контактный email ввел. Дальше, вот здесь security, я убрал вот здесь галочку. Так, здесь новые вкладки у вас появятся после регистрации приложения. Вот эти три вкладочки появятся. И после этого нажимаете «Сохранить». Дальше. Что вам потребуется? Вам потребуется взять из этого приложения, то есть на выходе. То есть я сейчас обновлю. У вас будет вот такая информация, и вам нужно взять вот этот клиент ID номер. Кликаете на клиент ID, копируете, и берем вот такой длинный URL. В этом URL вам нужно, вот где написано ваш клиент ID, вместо этого удалить и вставить номер вашего клиента ID. И дальше, вот здесь, где ваш URL авторизации написано, здесь вставляем адрес вашего сайта. Переходим сюда, копируем адрес вашего сайта, возвращаемся, это удаляем. Вставляем. То есть, как вы видите, без пробелов надо. То есть, а то бывает, что впереди пробел, то есть вот так. То есть пробел не нужен. И также сзади тоже пробел не нужен. После этого выделяете ваш URL собранный. Идете в браузер, открываете новое окошко, вставляете и нажимаете Enter. После этого вы видите вот такое приглашение на авторизацию. Кликаете «Авториз». Мы перешли на ваш сайт, и вот здесь в URL вы увидите вот этот длинный токен. То есть написано «Токен» и вот этот номер. То есть вам нужен как раз вот этот токен. Копируете вот этот токен, и что теперь надо? Теперь я захожу на хостинг, где находится этот сайт, захожу в виджет этого сайта, то есть хостинг. Здесь берем, открываем файловый менеджер,
и идем в нашу папку с сайтом public.html. И здесь в корне находится этот виджет. InWidget называется. И среди всех этих файлов в папке InWidget, то есть это папка виджета, вам нужен файл config.php. То есть кликаю два раза, и в открывшемся файле вам надо вот этот токен убрать и заменить на ваш новый токен. Меняем файл, сохранить, и можно закрыть. И давайте я обновлю. То есть, видите, еще ошибка. Теперь надо удалить кэш. Еще раз зайду в ту же самую папочку с InWidget, захожу в кэш, и вот этот файл db.txt я просто беру и удаляю. Там удалить. Еще раз сюда. Обновляю, должно работать. Там грузится. Вуаля! И мы в Instagram. Здесь я виджет единственное подправил, потому что именно под размеры. Все, теперь у нас виджет с Инстаграмом работает. Может клиент перейти, кликнуть и посмотреть. Может сюда кликнуть. То есть все это кликабельно, все это работает. То есть цель достигнута. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Вот этот длинный URL я оставляю под видео. Так что делайте виджеты, и будет вам счастье. С вами был Сергей Чураков. До скорой встречи. Всем пока-пока.